Ну что ж, дорогие друзья, мы благодарим Александра Виеру и, с вашего позволения, движемся дальше, как и обещали, прямо сейчас окунемся в детство. У нас в гостях Никита Михайловский, участник конкурса «Стишок на табуреточке», который в прошлом году победил в этом конкурсе и спустя год решил вновь поздравить вас с наступающим Новым годом. Теперь уже в песенной форме, специально для всех телезрителей телеканала СТС, песня от Никиты Михайловского. Как в детстве. Новый год наступил, только это не все, что дает нам точку отсчета. Есть у каждого день, есть у каждого миг, когда в жизни меняется что-то. Старый год заберет, все плохое с собой. Просто скажем спасибо за это. Есть у каждого день, есть у каждого ночь, где остался вопрос без ответа. И снова, как в детстве, мы с тобою чудо ждем. И самой большой наградой будет наш уютный дом, где соберутся все друзья. Мы как одна семья, снова всей страной слушаем курантов бой. Желаниям дверь открой, я с тобой. Снова стрелки бегут, он торопится к нам, Новый год на пороге встречаем. В отражении глаз вновь сожгутся огни, в эту ночь мы сердца зажигаем. И снова, как в детстве, мы с тобою чудо ждем. И самой большой наградой будет наш уютный дом, где соберутся все друзья. Мы как одна семья, снова всей страной слушаем куранта бой. Желанием дверь открой, я с тобой. Понемногу день вчерашний забывается, если в чудо верит каждый, оно случается. Не забегай вперед, скажи, что нам повезет в Новый год. И снова, как в детстве, мы с тобою чудо ждем. И самой большой наградой будет наш уютный дом, где соберутся все друзья. Мы как одна семья, снова всей страной слушаем куранта бой. Желанием дверь открой, я с тобой. Я с тобой. Ну что ж, дорогие друзья, Никита Михайловский сегодня в гостях программы «Утро на СТС». Вспоминаем год уходящий от нас. Никит, песня твоя называлась «Как в детстве». Скажи, пожалуйста, а когда детство заканчивается, на твой взгляд? Мое детство заканчивается, на мой взгляд, счастливым. Да подожди, не когда оно заканчивается? У тебя оно еще, по-моему, не заканчивается. А, по-моему, оно заканчивается через два года. Так, а почему такая точная цифра? Когда мне уже будет 10, по-моему, мне уже, я буду совсем не в детстве, я уже буду как подросток. Никита, знаешь, мы искренне желаем тебе, чтобы твое детство как можно дольше не заканчивалось, потому что это классная пора, куда всегда все взрослые абсолютно хотят вернуться. Вот, но тем не менее, мы от нашего телеканала дарим тебе заслуженный твой подарок. Спасибо. Вот.
Продолжай развиваться. Это не все подарки. Никита, вот пока ты еще в детстве, в настоящем детстве, мы тебя приглашаем в Кишиневский цирк посетить замечательное представление. Ты можешь сходить туда с мамой. А ты еще был когда-нибудь в настоящем замке? Не был? Нет, никогда. Вот мы тебя еще приглашаем и в замок Мими. Ты сможешь там тоже насладиться красивой ярмаркой и побываешь в настоящем замке. Слушай, ну мы тебя это самое... Ты поздравишь наших телезрителей с Новым годом? Хорошо, я могу поздравить всех моих знакомых, моих друзей, мою семью. Евгений, мы на самом деле стихи, очень надеялись, что ты стихотворение расскажешь. Да. Пожалуйста. Помнишь стихотворение? Да. Как готовиться именно или какой? Да, давай, который ты больше всего хотел. С мамой елку нарядили, с папой съели 100 конфет. Мы повесили гирлянду, дедушки Мороза нет. Угу. Я ему любые песни буду петь, стихи читать. Я ему станцую танец, буду честно отвечать. Что его я очень-очень от окна не откажу. Просто интересно все же, что в подарок получу. Ну, что ты в подарок получишь, ты узнаешь прямо через мгновение. А мы пока переключаемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами на Первом развлекательном.